Это не может сделать большинство людей, а ты? Коснуться своего носа языком. Если вы можете поднять только одну бровь, значит вам очень повезло. Свести глаза вместе. Чихнуть с открытыми глазами. Свернуть свой язык в трубочку могут не все. Выгнуть руку в другую сторону. Это вообще большая редкость. Пиши в комментарии, что из этого смог ты. Ужасная тайна. Один мужчина доказал, что кран может пить воду в прямом смысле слова. Да, такое явление замечали реально многие, но никто даже не мог подумать, как такое происходит. Так вот, сейчас расскажу. Когда сантехники отключают воду, вода под давлением идет обратно по трубам, особенно если где-то раскопали или вскрыли трубы. Закон физики таков. Знал об этом? Зачем в Японии перед домом ставят бутылки с водой? В Японии рядом с забором везде ставят бутылки с водой. Те, кто были в Японии, наверняка это замечали. Оказывается, это своеобразная привычка. В Японии очень большое количество кошек, и когда они начинают бороться за самку, то коты начинают метить территорию. Но я надеюсь, ты знаешь этот факт, что коты не могут мочиться в воду. Поскольку бутылки прозрачные, они видят, что внутри находится вода, и проходят мимо.